это уже по всему телу будет, да, разноситься? Да, это, скорее всего, лимфома. Скорее всего. Для того, чтобы предъявить, это надо удалить и сделать гистологию. Это уже операция, это уже сложнее сделать, поэтому как навскидку, это лимфома. А лимфома – это агрессивное образование. Рак, да, это можно? Да. Сами лимфатические узлы совсем чуть-чуть увеличены, но так и бывает.